в планах не было. Но я впечатлен, что ты пошел на такое, чтобы защитить их. Так и остался героем. Да, Барри? Уже достаточно людей пострадало. Понимаю. Ты считаешь меня злодеем. Но, Барри, если ты оглянешься и как следует обдумаешь все, что я сделал, каждую запущенную мной череду событий, ты поймешь, что я сделал лишь то, что должен был. Не больше. Не меньше. А что с ускорителем? Как он вписывается в твой план? Почему бы нам не пройти внутрь? Я покажу. Я на своей шкуре понял, что нельзя доверять злодеям. Барри, я уже не единожды доказывал, что тебе меня не победить. Ронни. Огненный шторм. Ого, ты друга позвал. Приветствую, мистер Куин. Надеюсь, мы не опоздали. Как раз вовремя. Каким бы быстрым ты ни был, ты не сможешь драться одновременно с тремя противниками. Так ли это? Поверьте, мне это даже понравится. Отойди, Барри! Отойди! Ну давай же! Ронни! Наниты от Рэя Палмера. Они генерируют высокочастотный импульс, ограничивающий скорость. Не скоро ты сможешь снова бегать. В учебниках сказано, что Оливер Куин дожил до 86 лет. Похоже, учебники ошиблись. Так-то лучше. Флэш, ты не мог меня остановить раньше. И не сможешь никогда. Спасибо, друзья. Не за что. Отличная стрижка. И ты, как я погляжу, отказался от зеленого? Еще новый стиль. Слушай, мне может понадобиться помощь. Всегда обращайся. Попался.